С ума сойду, что я буду делать с этой осу? Если скажу, что она больна, то она использует это как козырь. Если не скажу, то продолжит делать то же самое. Если я скажу Айкё, что ее мама хочет ее ради денег, она расстроится, и ей будет только хуже. Врач предупредил. Врач настоятельно предупредил. Сказал, что эта девочка не будет расстраиваться. Сказал, что ребенок не должен расстраиваться. Что я за отец, если не могу защитить ее от отца? Что я за отец? Не понимаю. Хорошо, друг, успокойся, пожалуйста. Прошу. Потерпи немного, потерпи. Успокойся, прошу. Клянусь, другой на твоем месте не вытерпел бы отцу столько. Клянусь тебе, непонятно. Что делает эта женщина? Она психопатка. Как бомба с таймером, неизвестно, когда взорвется. Не видишь, что ли, друг? Друг, ты прекрасно присматриваешь за Ойкю. Клянусь, ты прекрасно за ней смотришь. Ты прекрасный отец, ты лучший, которого я видел. Включая даже и моего отца. Правда. Друг, мой отец ни разу не поднял меня на свои плечи. Мой отец ни разу не пришел и не подождал меня у выхода из школы. Ладно, школу, он даже не знал, в какой класс я хожу. Ты знаешь. Знаешь, насколько счастливым я бываю, когда вижу вас. Думаю, что такие отцы тоже есть. Слушай, я скажу тебе, пока ты жив, ни один суд, ни один судья в мире не отдаст этой женщине твоего ребенка. Клянусь, не отдаст, брат. Давай, давай, брат, соберись. Друг, разве мы не все преодолели? Ты и это преодолеешь, знаю, верю в тебя, дружище. Преодолеем. Преодолеем. Именно, брат. Давай, вставай, пошли. Не будем заставлять Юкию ждать. Пошли, давай. Все наладится. Да. Мы будем бороться. Именно. Все будет так, конечно. Угур. Спасибо, брат. Юкию и ты, вы части моей души. Все наладится. Именно. Давай, давай, пойдем. Не будем заставлять ждать Ойкю. Она разозлится. Пошли. Ойкю сказала, чтобы я дал молоко этим кошкам. Что такое, когда Ойкю пришла? Дружище, помнишь, когда она пришла в первый раз, она принесла такого щенка? Ты выгнал его на улицу. Вспомнил? Нет, я на улицу выгнал. Каким же я был грубым. Хорошо, что Айкю меня нашла. Хорошо, что она стала моей дочерью. Хорошо, что она пришла в нашу жизнь. Давай, Угур, проходи. Давай, пошли. Хорошо. Давай, да? Осталось немного, да, Иша, это хорошо? Сестра Джандан, может, позвоним папе? Я волнуюсь, Айкю. Он скоро придет, но если хочешь, я позвоню. А вот и пришел. Папа? Да, я пришел. А пап, я волновалась, а тебе где ты был? Были пробки, я только сейчас смог приехать, дочка. Смотри, кого я принес. Кого? Да, он пришел ко мне, настоял, он очень скучал по тебе. Я не смог отказать. Вы что делаете? Кушаете? Молодцы. А мы поели, приняли витамины, чтобы укрепить иммунитет. Ой, да, ешь это, хорошо? А мы с папой поговорим снаружи. Ассистент Джандан, вы всегда разговариваете снаружи. Поговорите хотя бы один раз при мне, мне очень интересно. Сейчас придем, сейчас же придем. Эти апельсины будут съедены. Что такое? Что случилось? Демир, я знаю, что ты разозлишься на меня, но когда тебя не было, приходила Асу. Как это? Что ты говоришь?
Что, Джандан? Как Асу пришла? Почему ты не сказала? Она недолго оставалась. Она волновалась об Ойке, увидела и ушла. Если бы она затянула, я бы тебе позвонила. Она ни о ком не волнуется. Если мы сейчас здесь, то это из-за нее. Что она сделала? Что она сделала моей дочери? Сказала глупости, сделала что-то Ойке. Демир, ведя себя так, ты и на Ойке действуешь. Согласен ты или нет, но Асу мать Ойке. Она и сюда придет, и домой придет. Видно, что не откажется. Она как-нибудь попытается быть в жизни Ойке. Жандан, я же сказал тебе, ей нужна девочка только ради денег. Демир, это знаю я, Ойке не знает. Ойке просто думает, что мама пришла ее увидеть. Так или иначе. Тебе нужно быть спокойнее в этой ситуации. Особенно ради Ойке. Каждый раз, когда ты будешь ссориться с Асу, Ойке останется между вами. И разве ты не сказал, что врач говорит, что самое важное для Ойке — это спокойствие? Да. Как ты будешь поднимать настроение Ойке? Демир, я отлично понимаю, что ты чувствуешь. Но иногда быть счастливым важнее, чем быть правым. Ладно, мне нужно идти. Позвонил один пациент, важная ситуация. И я ждала тебя, чтобы уйти. Завтра утром у меня тоже есть пациент. Поговорим после этого, хорошо? Да, конечно. Увидимся. Демир. Столько произошло, я не хотела говорить об этом. Но я задумалась. Я увидела кое-что на школьном спектакле. Кого? Ну, есть же вор, которого мы поймали, который пытался украсть мои картины. Но он был похож на этого человека. Как это? Даже не был похож, думаю, это и был он. Нет, дорогая, но... Демир, что этот человек может делать в школе? Не знаю, я думал, что он в тюрьме. Нет, ты, наверное, спутала с кем-то. В той толпе ты... Ты уверена? Не знаю. Но он был очень похож, был очень. Ладно, не волнуйся, я узнаю, что этот человек делает и где он. Хорошо, было бы неплохо. Но если что-то узнаешь, скажи мне, пожалуйста. Хорошо. Ладно, я заберу сумку и уйду. Увидимся. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.